Добро пожаловать на Кашиик! Благодаря данным, которые вы получили на десантном корабле, отношения между Республикой и Вуки заметно наладились. Нас попросили помочь разыскать их вождя, Вуки по имени Тарфу. Все эти годы он сражался с работорговцами. 2 дня назад, во время одного из его дозоров, на него напали. Вуки посчитали его погибшим. Тем не менее, недавно мы взломали трандашанское сообщение, в котором указывалось, что Тарфу в плену. Имейте в виду, что это скрытая операция. Он все еще жив и находится в лагере работорговцев, здесь, на Кашиике. По крайней мере, у вас будет элемент неожиданности. Удачи вам! Лагерь Трандашан находится в нескольких сотнях метров южнее. У нас нет данных о системе защиты в лагере, так что будьте крайне осторожны. Надеюсь, просто так они не сдадутся. Разговорчики, седьмой. Вперед, вперед! Впереди ящерица, сэр. Направляет укрытие. Уничтожьте их по-тихому, Дельта. Перехожу на позицию. Работорговцы, нужно рассредоточиться. Подготавливая оружие. Этот убит. Этот возьмет два. Оставить позицию, Дельта. Правило 23. Никогда не отправляйся на службу на пустой желудок. Вот и трандашанский лагерь. Применить снайперский огонь, сэр. Оружие готово. Я не знаю, что это крепость. Чувствую, будет весело. Осторожно, впереди наемники. Отлично стреляете, босс. Используем-ка эту турель в благих целях. Слушаюсь, сэр. Дельта 40 садится за турель. Чем дальше, тем лучше. Теперь поработаем над этой дверью. Отряд Дельта, я засек множество признаков жизни, сходящихся к вашему месту. А вот и они. Укрытие. Сердце ликвидировали. Вы продули. Тут только одна дорога. Приготовься, отряд Дельта. Наш путь к отступлению отрезан. Они на мостиках. Нам здесь не продержаться. Бегом к двери. Не выйдет, босс, это ловушка. Советник, мы попали за подню. Не теряйте голову, Дельта. Рядом с вами есть люк технического туннеля. Найдите его и подорвите. Я нашел люк. Да уж, на парадный вход это не похоже. Куда ведет этот туннель? Какая разница, лишь бы подальше отсюда. Сейчас скажу. Он ведет к посадочной площадке. Подорвите его и выбирайтесь оттуда. Дельта, ты должен задеваться. Я плевать.
Советник, мы дошли до посадочной площадки. Я отсылаю вам координаты. Отлично. Зачистите посадочную площадку и продвигайтесь дальше в лагерь. Что? Это не я. Впереди ящерицы. Дельта, если попасть под этот прожектор, то автоматически включится сигнал тревоги. Отряд, держитесь подальше от прожектора. Отлично, сэр. Уберите этот прожектор! Это Тандашанин. Красиво. Прожектор уничтожен. Отсюда вам необходимо войти через главный вход лагеря. Дверь заблокирована. Дельта 38, в этих стенах полно уязвимых мест. Найдите одно из них и подорвите. Ремесленники с них никакущие, согласны? Отряд, ищите путь дальше. Может, в пустую мы потеряли Дельта. Дельта, в укрытие! За вами, босс. К бою готов, босс. Тупая железяка! Эта стена не такая уже и прочная. Снесем-ка ее. Уничтожены техника и наемники. Этот готов. Дельта 62 перезаряжается. Ложись. Ну что ж, теперь я не знаю, что они на мостиках. Снимите его. Хорошо стрелять. Дельта лидер, Трандашане удерживают пуки в здании с антенной на крыше. Мы их уничтожим, отряд Дельта. Железные удары. Наемники. Я скоро вернусь. Жду ваших приказаний. Держитесь, Дельта! Не отставайте, отряд! Сэр, красиво стрелять! Помогаю Дельте на 7. Я скоро вернусь. Наемники! Отряд Дельта, мы
засекли неопознанный корабль, садящийся рядом с вами. Поднимитесь на вышку и рассмотрите его. Обгоните на землю. Вы попали. Дельта 40 ранен. Дельта в укрытии. Найди лежат. Отвечись, Дельта. Не могу это сделать, так. Вот, мертвятина. Перехожу в укрытие. Что за что? Продвигаемся дальше. Прими бабту, командос. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Теперь мне намного лучше. Надо поставить сюда взрывчатку, Дельта. Устанавливаю заряд. Неопознанный корабль сейчас прямо над вами. Дельта-лидер, так, передайте парни, мне изображение этого корабля. Советник, я отсылаю вам данные с изображением корабля. Вы его узнаете? Это корабль генерала Клибуса. Военачальник армии дроидов? Что он забыл на кошельке? Меня ранили. Найдите центр удержания рабов и освободите Вуки. Заряд установлен и готов к использованию. Молодцы, набор. Назад. Убью этот звук. Прими бафту, командос. Лечусь с помощью бафты. Я вернусь. Седьмому нужна помощь, я уже иду. Помогаю Дельте на всем. Прими бабту, командос. Применяю бот. Теперь мне лучше. Командос вылечен.
рабов. Дарфут должен быть здесь. Перемещаюсь на позицию. Слушайте все, они ищут нас. Приступаем к штурму двери. Заряд заложен. Назад. Граната. По-моему, мы потеряли... Быть словно, идем дальше, идите к тому же. Прекращаю выполнение маневра. У меня повреждение. Мы их уничтожим, отряд Дельта! Уничтожим их, Дельта! Седьмому нужна помощь, я уже иду. Этот уничтожен. Перехожу в укрытие. Готов к истреблению противника. Этот мертв. Вижу работорговцы. Летать-то легко, а вот приземляться. Одного злодея можно вычеркивать. Еще один убит. Мертв. Здесь есть живой. Вам нужно вывести его отсюда. Сломайте систему безопасности Трандашан, чтобы открыть эту камеру. Держись, великан. Мы поможем тебе выбраться отсюда. Вижу работорговцев, Дельта. Спасено одного. Мы не можем пройти через дверь. Они ее заблокировали. Наш дружок, кажется, немного не в себе, босс. Но я бы не сказал, что немного. Это его личное. Нужна помощь. Впереди ящерицы. Приближаются вражеские заряды. Седьмой тяжело ранен. Трандашанское ничтожество. Займитесь им. Дельта-62 идет к седьмому. Ящерица убил. Назад! Мы нашли этот звук. Красиво стреляйте, босс.
Рассредоточиться! Впереди работорговцы! Направляюсь в укрытие. Покойся с миром. Живо! Правильно, пусть этим занимается специально. Угра! 5-38 попали. Нужна помощь. Дельта, прежде чем мы сможем помочь Дельта-38, мы должны прикончить их всех. Нет! Забал тяжело ранен. Чтоб тебя сожрак сожрал. Меткое попадание на Дельта-38. Оказываю помощь Дельта-62. Наемники, уничтожим их! Можно чуть-чуть пахнуться. Команда с вылечен. Ты, к Бакте, живо! Есть, сэр, уже иду. Лечусь с помощью Бакты. Ах, так намного лучше. Тому, кто поставил здесь Бакт-автомат, нужно памятник поставить. Найден еще один выживший, такой же большой. Это Тарфул? Нет, это не Тарфул. Он сказал, что Тарфула убили несколько минут назад. Давайте его выведем отсюда. Работаю над этим. Спасено двоих, Вуки. Ладно, дружок, найди себе какое-нибудь оружие. Дверь забаррикадирована, я не смогу сдвинуть преграду. Уверен, что Вуки сможет. Видишь, я же тебе говорил. Благодарю за помощь, боец. Куда он пошел? Проклятие, он направил-то прямо под прожектор. Что он сказал? Потом, отряд Дельта. Теперь все внимание на Тарфула. Приготовьтесь к сражению, Дельта. Эта вышка кишит работорговцами. Проверено, вышка полна трандашан. Работорговцы. Хорошая работа, командир. Ящерица, мертвая ящерица. Смотрите, фейерверк! Впереди ящерица! Нет! Дельта-62 занимает позицию. Возвращайтесь на посадочную площадку как можно быстрее. Советую пойти коротким путем через гнездо Трандашан. Поторопитесь, иначе будет слишком поздно. Наемники! Шеф, промах. Отличный выстрел.
Радуш один нейтрализован. Безупречный выстрел, команда. На вышке чешуйчатый. К нам приближается граната. Мы попали в самое гнездо. Сможем их обмануть, им конец. Занимай Дельта-38. Отличная работа, Тесс. Прикончил ящерицу. Хватит хромать. Иди, прими победу, солдат. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Применяю бонус. Помогло. Хватит хромать. Иди, прими победу, солдат. Уже лечусь, сэр. Я готов идти, Дельта. Так, слушайте все. Они уже знают, что мы идем. Поэтому нет смысла прятаться. Действуем жестко и громко. Уже иду. Закладываю детонатор. Назад! Продолжайте движение, Дельта. Дарбл должен быть где-то здесь. Сломайте эту дверь, Дельта. Чем это маняет? Работорговцы. Взломаем этот терминал, Дельта. Я этим займусь. Вот он. Осторожно, граждан. С той стороны буки показывают им свой норов. Он завершён, сэр. Граната. Обучите. Пошёл, уклоняйся. Мы должны разобраться с этой ядерой. Отряд Дельта, у вас новое задание. Вы должны проверить, действительно ли Грибус находится на кошельке. Это крайне важно. Вы его видите возле корабля. Найдите какое-нибудь окно. Нам необходимо подтверждение. Вижу.
вижу посадочную площадку. Так точно, это генерал Грибус. Кто-кто? Проклятье! Нас обнаружили, уходим отсюда, живо! Проклятье, что это было? Почему мы стоим, босс? Его повели. Вероятно, Гривус хочет его допросить. Наш тут Дельта, проблемы, решить Томатус. Проблему с взрывчаткой. Устанавливаю детонатор. Требуется прикрытие. Одного убрали, командир. Перезаряжаюсь. Продолжение на бит. Так, держи. Дайте мне парус. Укрытие, Дельта! Баба! Что там за дверью? Будет сделано! Заряд заложен. Назад! Ну же, мы еще можем его убрать! Слишком поздно. А это что за штуковина? Железяки. А на вид они не такие крепкие. Удар Пола есть информация, которая жизненно необходима для республики. Он должен выжить. Это крайне важно. Будет проще, если он чуть-чуть отойдет назад. Советую спорить звуки Дельта-38. Сзади вас, остается самая трудная работа. Отряд не сдавайтесь.
Занять снайперскую позицию, командир. Что он сказал? Рандашанский лагерь — это только начало. Здесь творится что-то намного больше, чем нам известно. Я обрабатываю наши текущие досье на Кривусах.